Хейо, гайцы, мишумики, и да, мы продолжаем бродить по названием Ори. А в чем херня? Я хотел пойти в локацию, которую мы, типа, были, да? Но здесь, как вы видите, приземлилась сова. И да. Все еще хочется на свет ослепленной ненависти. Я просто вернулся к дереву. Я хотел вернуться к дереву, короче, сюда, быстренько пробежаться сюда, забрать, что здесь есть, спуститься вниз, забрать, что внизу есть, и значит, мы сделаем таким образом. Мы сейчас идем сюда, к дереву, да, нам все равно нужно в эту сторону, как я понимаю. Блин, я хотел еще сюда сгонять. Ладно, давайте я сделаю так, я вам показал, я это прыг, остановил. Так, ну в принципе, я думаю, можно продолжать. Ребят, не удивляйтесь, я, короче, почти изучил все, что мы уже прошли. И у меня 10 уровней сфер. Сколько? 8. И хпшки 12. Объясняю, я, короче, вот это все прошел, но я сюда еще не залазил. Не знаю, что тут. А здесь, скорее всего, будет уровень. Я вернулся, здесь я все собрал, тут были уровни, опыт, как вы видите, 100, 100, 100. Здесь я еще не облутал, я вот как раз вернулся сюда, чтобы изучить вот эту поверхность. Потом мы пойдем уже сюда, именно куда нам нужно. Сюда я тоже не смог попасть, тут нужно стенку разбить, и тут что-то тоже, скорее всего, уровень. Начальная локация, здесь две сферы уровня тоже было. Тут... Ой, я ж это, подождите. Специально туда залез, чтобы и сохраниться, и прокачаться. Мы с вами сказали, что мы будем качать теперь урон. Поэтому... Раз, два, 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 два. Все. Дальше нам только нужно третий уровень. Все потерял. Ну, как вы видите, по урону. Сейчас будем смотреть, сколько. Ну, в принципе, по 4. Ну, радиус все равно такой себе. И я понял, как вот этих хернюшки убивать. Их нужно, короче, ребят, взрывать с помощью напряжения. Сюда сходим. Еще одна сфера жизни. А я пасхалку одну нашел в виде трубы из моря. А, трубы, если я не ошибаюсь, я нашел где-то в воде, вот здесь или нет, или здесь. Ой, не помню. Там, короче, дохера водорослей. Там была большая зеленая труба, в которую можно было залезть. Ну как не залезть, а именно, которая отображается. Не откроешься? Я понял. Зато я понял, как это открыть. И что я открыл? Врата. Окейшки. Да ладно. Реле. Запомню. Я запомню, сколько там урона было. Не, ну там очень много дамаги было. Сфера жизни, сфера жизни. Но я даже не уверен, что нам стоит дальше прокачивать что-то. Ну, я в том плане, что у нас, считайте, почти все прокачано. Бац, бац.
Да, интересно, а как лазер тогда тут уничтожить? Давайте я сохранюсь на всякий случай. Добро. Здесь как-то сложновато, не находите? А ты херь пытается довольно сильно меня убить. О, фонтанчик хила. Так, туда не забраться. Ну блин, знаете, ты просто смотришь на тот урон, который тебе он эта херь наносит, и не врубаешься. А, все? Ау, я то думал. Ну ладно. Ну вот тоже сфера урон. Ну типа. Я понял. А, я понял. Спасибо. Эта территория опасная. На 50. Это, знаете, быстрее похоже на испытание. Это быстрее похоже на испытание, чем... Блин, ну боссов здесь вообще почти нету. Если бы точнее, их тут вообще нету. Повезло. Юзаем сферу. Окей. Бац, бац, бац. И что это дает? Но это, скорее всего, секретное какое-то местечко, нет? Но я сохранюсь на всякий случай. Ну просто лес весь горит. Мне кажется, здесь должен быть босс. Либо здесь должен быть... Финальный... Элемент тепла лежит за вратом горы Хура. Чтобы войти, нужен солнечный камень, который спрятан на горе высоко над ущельем скорби. Понятно. Короче, здесь нужно с
сфера тепла. Значит, я сюда все-таки рано пришел. Хотя, с другой стороны, зато я открыл проход, который нужно будет потом нам. Поэтому, считайте, я наперед все сделал. Но я понимаю, сюда я точно не смогу искупаться. Ну да. Интересно, на что я... 48 смертей, 3 часа игры. На что я рассчитываю? То есть мне нужно, когда эти челики падают, за счет них... Да, за счет них. Плюс левелап. Сохраниться на всякий случай. Ну да, здесь без этого элемента типа прыжка не попасть. Тварина! Так, не туда. Ну смотрите, мы изучили местность, но это все равно не то, что мне нужно было. Зато теперь мы изучили до хера чего. А теперь мне отсюда нужно бежать сюда. Это довольно быстренько делается. Мы сейчас сюда вниз прыгнем. Бац, бац, бац. По водичке. По водичке. Готово. Теперь наверх. Бац, бац, бац. Ну, как вы видите, у нас все удачно происходит. И я уже почти на выходе. От этих чудиков тоже можно отскакивать, как от всех. Здесь я тоже нашел... А, нет, тут я денежки нашел. И мы с вами прибыли, считайте, на место встречи с деревом. Горы тепла, мне кажется, будет это последнее. Так, а что у нас? Необходимо усиление пламя. Стремительность. Так, нам не нужно 6 уровней. Ну, я думаю, в следующей локации мы их много найдем. Энергии до хера. Опа, смотрите, вот видите, наверху есть проход, вот плюс уровень. Ну просто, о да, я вот этого убивался уже. Да уж. Не судьба залезть. Готово, как мы видим.
Бац. Плюс опыт. Пойдемте вниз. На игре я уже почти прокачал себе урон. Поэтому вообще сложности не будет никаких, я думаю. Ой, нужно было сохраниться. Ух, а я не заметил. Так, ладно, делаем таким образом. А какая разница, что я там проплыву, что я здесь проплыву? Если у меня тройной прыжок есть. Вот именно. Но это, если что, это еще у нас не все найдено. Ну, в плане хпшки. У нас еще две хпшки. Карл, две. Две на самом деле это не так уж много. Считайте, мы все хпльки. Хпльки нашли. Буду их называть хпльки. Так, закрыто, значит где-то должен быть ключ. Бац, бац, бац. Ну, типа, блин, босса, и где все босса? Они хотя бы тут есть? Интересно. Буц, буц, буц. Бля. Вот, видите? Там, типа, тоже снова этот же была херня, связана с стеной. Ну, типа, а что мне с ней делать? О, просто убью. Ну, что мне с этой стеной делать? Пойдем обратно. Вон он на чем. Я понял. Теперь я понял сложность данной затеи.
Бац. 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 Ва, ва, ва. Бам. 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 Бам, бам, бам. Ладно, давайте я просто заберу те херовины. Вот все. И вернемся обратно. Ну идите вы сраку. Ладно, сохранюсь. Готово. Ну вот и вот, ребят. Прокачаем дальше. Теперь хотя бы понятно, почему там так дорого. Подожди, это я сейчас только... Пока там кура, дорога в туманный лес остается закрытой. Но смотри, ее можно отвлечь, раскачав тот камень. Понимаете, то есть мне, чтобы сюда попасть, мне нужно... А, то есть меня бы и так не пропустили. А, вон оно что. Там. Ну тогда ладно. Оно-то. А-а-а. А стоит вообще наверх лезть. Мать, куда я упал? Ну это я, считайте, сократил до хера дороги до этого места. А, тут пропасть. Вы нашли перо Кура, чтобы использовать его, нажмите пробел, а затем Shift. Перо Кура позволяет Орис так свободно планировать или парить на ветру. На это место. Да, тут даже я на максимум прокачанный тяжко играется. Жопа! А чё так далеко? Жесть. Это реально жестоко.
Я еще удивляюсь вообще, как я хотя бы что-то нахожу здесь. Вы вообще хотя бы видите, куда я что стреляю? Ладненько. Ну вот снова, видите, уровень есть, а достать его не могу. Куда идти, не пойму. Я не пойму. Куда я иду, я не пойму. Я потерялся уже. Зато у меня два осколка есть. Два осколка, чтобы сделать себе карту. Я реально не пойму, где я. Бля. Ну, это скорее снова же из раздела головоломок. Кидай мяч и проходи дальше. Так, а можно было его не убивать, интересно? Скорее всего, можно, однако это... Только так. Давай, расчехляй. Ух ты ж, ё-моё, тут локация. Ну, мы, думаю, быстренько изучим. Это земляная, да, локация? Типа, мне нужно потом сюда. Сначала сюда, потом сюда. Или нет? Вообще, кто знает, да? Ну, бить их. Я заебусь. Хорош, Макакич. Угу. А, там невидимая стена. Ага. Вот как можно, оказывается, было. А,
Ладно, сохранюсь на всякий случай. Так, вниз. А давайте поверху. Ладно. Мне не вы, нужно туда взрывчатое вещество. Это вещество я только могу. Запульнуть отсюда туда, да? Только так. Ладно, сохранюсь. Это у нас денежка. Подожди, а там можно проплыть, я смотрю, довольно далеко. Или это так на карте просто отображается, что далеко? Да, это только на карте. А зачем вот это? Я скорее... Да нет, это тяжко будет. Это будет тяжко. Некогда цветущий, а теперь покрытый льдом. Те, кто не сумели спасти, погибли. Вход в руины Флорна. Обиталица Гуман. Чтобы войти, нам нужно отыскать печать Гуман. Мы должны пересечь туманный лес. Ай, блядь. Да, я уже... Считайте, поздно, да, пошел? В два места. Ну, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.